А вот зажигание лампы ИНП-3780А. Уменьшил емкости конденсаторов умножителя, потому что когда они большие, лампа почему-то их очень быстро разряжает, и они не успевают за время периода зарядиться. Ну-ка. Вот загорелась дуга. Но есть одна проблема. Вот сейчас она кушает 70 мА на 24 вольтах. Дуга горит и все такое. Кстати, ток дуги я пока не смог померить. Но там больше 50 мА по амперметру, микроамперметру, миллиамперметру. А напряжение на ней примерно соответствует... Ой, соскочило. Опа, это сейчас трогать не надо. Сейчас сошьем заново. Ну, вот. А напряжение там соответствует, ну, в районе 10 вольтам на делителе. Коэффициент у меня 16,6 на 10, это примерно 170 вольт. Все вроде бы замечательно, но вот какая проблема. Вот это ток холостого хода. Потому что я работаю вблизи резонанса. Вон какая штука. Точнее, не вблизи резонанса, а вблизи точки максимального усиления напряжения контура. А вот после. То есть она как бы смещается, эта точка. Так и должен работать этот преобразователь ЭВЛЦ. Но получается очень интересно. Мне не пробить лампу в той области, где он изначально работает. Не хватает напряжения, похоже. Или тока. Не понял я. Искра, правда, не очень яркая. И как после зажигания как раз дуга смещает эту точку. И там все как раз хорошо. То есть, если я откручиваю по максимуму току дуги, то у меня как раз получается небольшое напряжение, небольшой ток на холостом ходу. Примерно в районе 100 мА. Но при этом лампу не зажечь. То есть, я откручиваю это уже на зажженной лампе. Вот, и получается очень интересно. Возможно, надо трансформатор намотать побольше. Здесь 180 витков вторичка и 5 витков первички. Возможно, надо намотать не 180, а 300. Ну, вот так как-то. Буду думать дальше, в чем тут прикол.